Крюто вроде. Да и все. Давай, сколько тебе надо? Это, смотрите, такое немножко пояснение. Завтра стоит ЦВК обычка. Там, если кто-то хочет там опоздать, не знаю. Я не знаю, как будет явка в 16.00. Если явка будет хуёвая, то, соответственно, рейд 40 минут позже. То рассчитывайте на это. Вот. Рейд очень простой, да, быстрый. Он час 40 проносится. Вот. После него у нас Джайна. Гери, надо прийти туда и часа два ее потратить. Завтра? Да, завтра стоит Джайна. В воскресенье стоит. Что там стоит? Там око на пол. Там око стоит, да. Вот. Ну, хотя бы, хотя я око лучше бы поставил на понедельник. Зачем? Блять. У вас 4 дня воронка фарма, ты 5-й хочешь? Ну да. 2 дня. Блять. Хотя нет, будут. По-моему, мы договаривались на 4 дня. Я что-то не слышал про 5-й день, понедельник, воронка фарма. Не, ну. Нет, это дохуя уже. Я вообще, ну, такой, да, что я бы даже в субботу бы око ебанул. Ну, да, все, можно твинами ходить. В принципе, проходки сняли. Да, тем более, это, да. Это понятно. Только в плане там, проходок типа, это твины понятно. Нужно все равно лук, быть одетые. Лукера, да? Да, заряженные. Ну, просто я имею в виду, что не обязательно. Так вот, например, твоему локу делали проходку. Сейчас бы это проблемы не было. Ну, типа, да, блядь, пострадали, хули. Так тебе пострадали. Да не, я лок, ДПСил, нормально. Блядь, как все тут не делал страдания, надо. Просто теперь можно просто любого лока брать и... Какие-то негодяи с пулей. А что там, это можно, можно это не давать конусы свои, холода или что вот эту залупу, которую ты даешь? Конус холода бьет только по таргету, который уже в бою. Ну вот, а как ты его спулил, блядь? Как я его спулил, расскажи мне. Да я ебу. Ну, это я умрите, он умрите. Замороженный бежал. Умрите. Синий, на... блядь. Не мог бежать. А чё с сервера? Чё, не пиздите. Ну, тогда это баг Т4. Все, это самое, блядь. Умрите на ком там бой, блядь. XM пообещал, что конус будет работать как солнцепад. XM долбоёб. Цели, которые не в бою, не будет пулить. XM нахуй много чего обещал, да, блядь. Да, пиздобол, хули. Ну, тури, собак. ГП XM. Прикинь, XM такой на стрим заходит, бля, ебаный урод, блядь, бани твой ДП. Заебал, спеши, да? Да и похуй. Хуя 7, блядь. Он обещал, что ты 4 нормально забанил. Ну, блядь, у него что, здесь права тебя забанить? Какая разница? Ну, так-то, блин, за голос, в принципе, нельзя. Вот если в чате написать. XM, собака, сутула. Так, что ты хочешь? Что? Самое время перемещать людей. Там стелси уходит. Ты сейчас уходишь в стелси? Это, а что у нас по боссам, блядь? Ну-ка, замена плюсуйте. Сейчас два босса осталось. Кто там есть? Вклад, ЕП. Ай, год, брателла, блядь. Ёбаный покос, нахуй. Я тебе сейчас сделаю скрин во флудилочку, блядь. Будь добр, просмотри его, блядь. Вы деда-то не наёбывайте с вкладами. Я типа вам могу проебаться. Кинут. Я типа могу проебаться. Тут, ну, нет это гарантии. Это понятно, что каждый может проебаться. Каждый РТ. Вот конкретно тебе, блядь. Ты тихо, нахуй. Ну, мудан, нахуй. Ты опять за своими словами? Ты понял, нахуй. А ты сейчас что пиздел? Я сейчас опять аватарку. Все, мут даю. Две секунды мут даю. Раз. Нихуя. Все, блядь. Тихо, нахуй. Смотри, мудак какой, да? Этот, смотри, айгот, блядь, во флудилочку, блядь. Найди там свой ник. Воронки есть, то ход. Нету. Или одна была вроде. Я в курсе про это, но это прошлое КД было. Нет, это было не прошлое КД. Я пошел срез, работать. Срез был во вторник. Какой работать? Куда? Работать. Я думал работать, блин, нихуя себе. Че, Костя, работа появилась? 6 копинга на. Во вторник был срез КД. Еще говорю раз. В среду не было рейда, во вторник был срез КД. Ты ошибаешься. Ну и мне-то виднее, блядь, когда я накинул и что когда там значит, какое КД. Официально КД началось, нахуй, со вторника вечером. Ой. Если мы в допронос, ну типа вот если мы допронесем во вторник РСК, и у нас больше нечего будет ходить в рейды за ИП, так же будет и эту неделю. Закончится КД и начнется другое КД. В среду мы отдыхаем. 5 минут там есть кто-то, ну, иди. Так, чё мы убили босса? Поманите меня. 3, да? Да. Так, 3 босса. Ну это 200, потому что каратрес сотку стоит.
Все, можешь стелси идти. Замена, блять. Плюс в рейд. Че, блять, мы за 4 пойдем, не понимаю. Рога, рогу бери. 32 человека в онлайне. Вот там рогу кого-то хотели взять. Вот этого вот я взял рогу. Да. У кого там из них привор выше? Хуй знает. А че за тринька у них? У этого 3000. Они ее заберут? Ребят, не шмота, не шмота ради, опыта для, как говорится. Если кому-то шмот нужен, берите к тому, кому шмот. А, ну можешь еще одну врагу взять, там пиздец будет на пул. Мне самое главное сейчас хапнуть просто опыта и тактик. Давай это самое, принимай, сейчас посмотрим. Так, худринг ребутает. Ну, я сейчас ИП дам за три босса потом. Еще больше никого нет на замене, да? Кипи, доставил воронку. Куда кипишь, блин, ну понятно, нахуй. Там. Че, Гошан, тебе еще нужна воронка? Да, да, одна нужна. Так, бля, я тогда в дальчик. Ну давай, ты выси там, сомнел. Улетайте, пока штаб стоит. Это, давайте они пока там летают, можно вот тот трэшик, пожалуйста, хуярить, блядь? И что, мы дрочим стоим, блядь, я не понимаю, блядь, как так происходит? Давайте хуярить. У нас боссик же стоит, блядь, еще трэшик надо убить, блядь. Только в рей, давай поаккуратнее. Только, блядь, в рей вообще, стань в угол, нахуй. Нормально, да? Ты завтра... Че завтра? Работаешь еще. Да, да, день завтра работаю. А, Никит, можешь мне купить еще 3 камня обычных красных, этих за УД? Красных обычных? Ну да, эти красные, которые за УД, которые не камни, как они... Багровый рубин или что-то? Да, багровый рубин, материал. Да, да, сейчас куплю. Те штучки, я тебе дам тоже. А, они у меня вроде в банке есть. Ты мордаун трат хочешь, тебе коня отдал, блядь? Да, мне как-то пофигу было, говорю же тебе. Теперь не пофигу, теперь тебе конь есть. Даже говорил, у меня пиздец, как быстро квесты будешь делать. Слава, у тебя вообще-то ребята с этого Солара до сих пор ждут питомца. Не понял, нахуй. Ты на больной решил давить? 3, да, тебе? Да-да-да, 3. Не понял, нахуй. Бля, котенка этого буду помнить вечно. Там пиздец, там будут легенды. Ты знаешь, что было? У нас, короче, на циркуле была такая хуйня, что... Все, забирайте обратно. Когда босс убивался, можно было сумонить, короче, челиков. Ну, типа, не лутать с него. Так это долго такое было, да, да, ну, да. Просто на, да, на твинов на обоссанных прям заходили. Да, да, да. Короче, челик, и да. Челик, прикинь, Лича убили, тот лутает такой, блядь. И, короче, РЛ такой говорит, ну, ГЦ всех со шмотом, кто паролил на твиночков, нахуй. Это мемная фраза просто стала. Ну, он залутал. Он открыл, открыл. Да, 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 он открыл. Там 5 челиков такие висят, блядь, сумоньте меня, ебать. Сука, потом эту хуйню пофиксили, нахуй. А там, да. Ну, слава богу, что ее пофиксили, эту хуйню ебаную. Вообще параша. С сундуками, правда, так и не зафиксили, ну. Там до сих пор можно, блядь, на сурка, на этот, блядь, на корабли. Рейды вместо 2 часов стали по 4 часа, прям так бесило, блядь. Твитки эти ебаные. Я считаю, твинку должен, блядь, ну что-то выдавать, нахуй. Ну, хотя бы не ебланом быть, как минимум, нахуй. Ну, за свой класс, блядь, не знаю, чё. Завтра, если хуёво рейд собираться будет, именно 25%. Вообще не будет хуёво, он будет... Я гарантию 1000000% дышу, что он будет заебись собираться. Если он будет хуёво собираться, РТ будет до среды, нахуй. Я сразу говорю, блядь. Ты, блядь, дослушать можешь? Ну давай, я говорю. А говорю, если будет хуёво собираться, можно пойти занести ульду. Ёбаный, вы мне опять палки в колёса втыкаете? Я тебе вообще говорю. Я тебе ульду пытаются воткнуть, блядь. Ульда, она изначально стоит на понедельник. Все, будет в понедельник волнир. Больше ничего не надо выдумывать. Моя ульда. Я купил ее вчера. Она мне принадлежит. Еще одного рогу закинуть? Таким же, как и я. Или нет? Еще одного рогу? Ну, опыт хочется. Они не зарешают на джанке, поверь. Мы за два часа мы не успеем выучить даже первую хуй с ним выучим. Вторую фазу мы, может, 2-3 трая дадим, это будет охуенно, если мы дадим. Там не зарешает ничего. Ни волонеры, ничего не зарешает. Первая фаза, блядь, настолько простая, что пиздец. Равноценно, блядь. Смотря как идти еще, если прям пиздец. Че, Катрися, ты на трэше будешь, Линдрин? Че, все зачистили, да? Ну давай. Кого ша надо воронки?
Да нет, что я слушайте, я хуй знаю, блядь, как-то... Как-то хуй-то, если не точно. А сколько они сейчас стоят, кстати, я не посмотрел, блядь? 25. Ебать. А что так а науки? Да потому что проходку открылись и начали продавать сразу воронку. А вон уже по 20 пытаются. Уже по 20 пытаются купить. Ну, тогда Гошан не так сильно продешевил. Ну, там 26 на аукционе, серьезно, там. Вот, по 10 как ну, будет. Нормально, можно нормально. Это кто-то чит Лингрен, да? Трэш. Нет. Танчит соло Юля. А, ебать, ну давай в ретрика прыгнем. А что у нас хилов было, 5 или сколько? У нас друид инвалид еще. Юля соло танчит и трэш и босса? Может меня да. В ретрика тогда, друид инвалид вон в пятую пачку. Я просто в прошлый раз не был, но с вами. Ну, так, вот типа, просто да? Юль. Слышишь, я в ретрике же был в прошлый раз. Вон у нас там... тогда не будет 10%. Ты забей, там 5 хилов хватит. Вон, пятая пати. Ты бить можешь. Но... Похуй на эти 10%. Здесь... А мы так. Спекнусь-то, да. Ну, здесь похуй, да, ну. Но... Энки похуй до хуи еще за... По-моему, я был... Неприятно. Я в ретрике, по-моему, был на прошлом КД. Там так вообще... Вот... Там на в 4 хила закрывается. 5 хилов есть, блядь. Что вы мозги ебёте? Плюс ДЦ 25. Так, сейчас рыбу поставим. Ну да, 2 друида. Что опять за новые новшества? Да стал... никаких новшеств. Мы прошлое КД так убили. Я не помню просто. А, в 4 или в 3 убили? Я уже не был такого. Но... В одного танка мы убили. Ну, что там, рыба есть? Да, да, в одного убили. Вон Лёха, мы стоит. В одного убили, да. Дайте ГБ кто-то. Оф, танк просто вылетел. Я вот не знаю насчет второго. Мы одного убили. Не знаю насчет второго хапала. Спекать его тоже в ретрика. 4 не захилят. Бидон захилит. Сова, Юлю. Я думаю, должен, да? Пипец. Не надо, пусть 5 хилов будет. Давайте в одного хила, что там. То, блядь, сейчас кто-нибудь вылетит, блядь, еще какая-нибудь залупа случится. Да, кстати, блядь. Так. Масло намазал, рыбу поел. Дико тряси. Так, я пока шестую группу кикну. Проверка. Инта пристаба. И лапку обновить. Подожди, Саф, Олег, ты понял, да, куда на пол сдавать? А, Катрис, я АФК, походу. Не, он написал в Дискорде. Надеюсь, меня не потеряли. На пол и Ваишу. Во-первых, с пола. Во-вторых, когда пойдут мурлоки. Каждый раз, когда на фазе мурлоков, надо сдавать на пол. Там они частицы. И я уешь их. Через 30 секунд. Четыре танки или нет? В коте. Не, в одного коте. Решили. В коте. Все, давай даю отчет. Там из-за колонны его вытащи. Зета, смотрите внимательно, блядь, с АУЕшкой, когда они еще не зашли под Юлю. Ебать он пидорас. Ты под какой бьешь? Под повиновением или под порчу? Нет. Под порчу.
повиновение смысла нет, да? Быстро сильно умирает. Он сильно быстро дох. В повиновение ты просто крутишь, но по ним еще. Ну, чтобы там в топ-1, блядь, выдвинуться. Мне кажется, это мало будет. Не, ну может и топ-1 и будет. Ты, ты Авилани без повиновения, да, бьешь вообще? Ну, он на моботе я сейчас свищаю. Не, я не свищал. Саппорчик. Че, грау уже, блядь, уже меньше намного. А да, кстати, нихуя. Я и забыл про это. Можно и почистерить. А, что думаю, блядь, ГКД на свечи стоит проебать. Ох. Дом не уже мертвый. Хочется Фурика вспомнить. Пацаны варами играют. Лучше про твара вспоминай. Ага. Я на нем помню только боль, нахуй. И страдания. Блять, одну бурю даешь, все, шем прокает. Понимаю. Я ебу, блять, нахуй. Я в каждом шарике нахуй был. Я еще ни один шарик не проебал. Я в каждом. Судьба такая. Да вы не отмазывайтесь, парни. ДПС, ла, и... моча. Скучный инст. Это на протопал анрол нахуй. Что-то тут есть протопал вообще? Да, есть, слава. Кольцо ты и так забрал. А забрал уже? Да. Блять. Чтобы помнить об этом нахуй. Старость не радость. Это голос специально сделал. Захрипел, блин, в дуре. Сколько до удара секунд он делает? Я в Ведьмаке квест проходил, там, короче, друид говорит, иди, говорит, принеси то, принеси нахуй. Это, нахуй. Я ему всю эту хуйню принес, и хули ты, новичок, говорит, тут, блядь, целый диспель. Пиздуй, говорит, за дверь, Потом там сферы сразу... надо ловить. Короче, забей, там щитами нормально. Я пока не могу, я, короче, прожал эту. Я пошел сферы ловить. Надо ловить пока, сейчас крылья пройдут, пойдут уже полтинник откатится. На следующий. Стан. Еще поймал. Диспел. Диспел. Еще. А, еще одну поймал. Это все. Я больше не могу, у меня шива нету. Че, сейчас у меня полтинник откатится, блин. Без ШВ, если что. На магии. Ты глыбой же ловил. Нет. А, ты я лицом. Я выхожу. Я барьер, блять. Выхожу. Я барьер не зажал. Я словил. А, нет, не словил. Сори. Вот, словил. У тебя защита от льда еще есть. Еще словил. Ничего не нажимал. Видали просто лучшие нахуй две сферы. Ну все, лови тогда все. А ну, все уже там два ляма. Да все, лови, говорю. Все, не буду, нахуй. Да я не тебе вообще говорю. Ну ладно, нахуй. Опа, анрол. Опа, анрол, анрол. Мое. Что, на хабала тебе говоришь? Шею на Аршану заберу. Блядь, нихуя не падает, как меня тебя заебало. Нихуя. Нихуя. Вообще хуйня. Чё, ты хочешь тапки, Лингрен? Конечно, у тебя есть. Я понял. Я расстроился. Ну хоть, конечно. Хоть что-то лупануло. За да. Последние три недели. Чё, на пидроса идём и всё? У меня точно это кольцо есть, блядь? Хулидринг, точно ты помнишь, что у меня было? Ну, ты... Ты его точно бы забрал. Собирался забирать, ну точно, на том КД. А утонул или нет? У Лингрена тебя хуй. У меня есть такое кольцо. А, вот оно, подожди. Куда вы пошли? Вон, вот тот ход, пиздуйте, блядь. По-моему, у меня нет этого кольца, нахуй. Так ты посмотри. Да давай, бери еще одно. Сука. Есть. Слава, ты что, танчить будешь на паладине или что? Конечно, нахуй, ты что, не видел, блядь, что я, блядь, сюда. Валанир удали тогда. Профессионально. Давайте валанир собираем, ты заебал. Он будет танчить и хилить. Чтобы я свичился, нахуй. Как часто ты на ПП. Как ты часто в попало свичаешься, можешь сказать? Блять, отвернулся на секунду, меня убили. Когда ты свичился часто, нахуй?
Я должен быть, блядь, должен быть, знаешь, чтобы челики новые заходили в гильдию. Хуел, когда все. Это самое. Чтобы челики новые заходили в гильдию и такие увидели, нихуя. Челик такой, хуяк. Танчит с Волониром, да? Хуяк, хуяк Волонир такой, хуяк Шем такой, хуяк Протопал 4-5 такой, нихуя скажу, это натуре, ну, понятно, ради чего эта хуйня все. Показуха. Там трэш идет, а почему он идет? А почему вы вообще пулите, я не понимаю? Ну, мастер идет. А так челик зайдет, скажет, ебать. А вы не пробовали трэш убить, а? Вот, забудет сменить пушку, нахуй. Челик зайдет, скажет, ебать, даун, нахуй, с волонером танчит. Или внес гильдии, нахуй, инста. Он... Просто люди зайдут и увидят, что тут волониры у людей есть. Потом будет другую гильдию, нахуй. Вот как дела? Заявку подавать, блядь. Его спросят, а что не устроило? Он говорит, да, блядь, вот, нахуй, с волонером танчит. Вообще ебнулся. Не понял. Ну, так... Моча. В одной руке щит танковский, а в другой волонир. В левой руке сникерс. Правый Макс, ну да. Да, и шоколадный Макс. Бля, они сейчас встанут, и они, блядь, шоколадная фабрика. Если бы, нахуй. Конечно, шоколадная фабрика. Ой, блядь. Слава и шоколадная фабрика. Слышь, блядь, я тут посмотрел сериал, блядь, я чуть не проблевался, нахуй, знаешь, как называется? Там, по-моему, Марго Робби играет, это баба, нахуй, белобрысая такая. Я понял, я понял. Ебать, Юлю уронили. Как называется-то, нахуй? Хилы моча. Пиздец. Уронили Юлю на пол. Ну потому что Джандис бежит сзади где-то, а тут, ну, остается кто хилый, блядь. Вот и думаем, блядь. Мы не будем мочами. Мне надо идти, блядь, в этот, нахуй, в Microsoft работать. А что, слышишь? А где Лингрид? Тоже мертвый? Дай Вадикон, что ли, БР по нему и хил-хильте его. Да, блядь, умрите уже там. Да какой? Какой умрите? Не надо, почему? Эти моби слабые. В смысле, на трэш? Умереть. Опа, Хукмастер нам еще трэш привел, да? Так это слабый. Захилим, захилим. Хули Лингрена быстренько. Кто спулил эту хуйню? Бьем. Ты только что ответил сам на свой отверни, вопрос. Отверни, короче, куда-нибудь, нахуй. Давайте, РДД, короче, давай. Вот. Череп это поставил. А что тебе давать? Вылезти с бешенок с этих... На трубу залезьте, нахуй. Что так трудно? На трубу встаньте, 10 метров залезьте от мобов. РДД череп, нахуй. Миликий крест, нахуй. Что трудного, нахуй? Вылезти с воды, блядь. Моча. Вот зверлого. Я, короче, пока оффаю, там никуда дальше интересного нет. Я понял, нахуй. Как это нет, блядь? Мы не будем мочать. Ну, гидрос это так, сейчас. Так, в смысле, ты уходишь или что, не могу понять? Нет, я имею в виду стримов. А. Так, помню. Ну, гидрос, моча. Не, там просили стрим. Короче, так... понятно, но все похуй. Такая параша это кино, я тебе скажу, нахуй. Я просто включил, обрыгался. Там какой-то негр, блядь, бабу наряжается, блядь. Это пиздец, нахуй, я охуел. Чё, сплоску новую глядел, что ли? Блядь, я не понимаю, ну в чем прикол вообще? Это такая, ну, типа... Непонятно, то ли он трансветит. А, он же пидорок такой, ну. Подпидоренный, блядь. Трансветит плюс тебя. Ну, трансвестит это вроде. Сержа спрашивает. Это тот. Трансвестит это тот, кто переодевается в бабу, походу, да? Ну, мужик, который баб, наоборот. Получается, что это надо в Таиланд, Слава, съездить. Слава, это тот, который. Когда ты поймешь. Подожди, возьмите блядь. Отпуск в Таиланд. В Таиланде там, Таиланд. Подожди, там не то, там другое, там же гендеры другие. Трансвестит, баба с хуем. Почему? Нет, Саш. Да, да, пидорок это человек, который нацеливает твою ракетку. Сейчас он гуглить будет. Мне кажется, Ютуб, какой ангар, нахуй. Мне кажется, по гендеру табуретка, нахуй, блядь. Мне кажется, Ютуб меня забанит за такую хуйню, за такие разговоры, нахуй. Слава. Нет, не забанит. Ну и все, правильно, нахуй. Чё? Смотри, Слав. Трансвестит это тот, это типа баба-мужик. Или да мужик, нахуй баба. Ты эту хуйню говоришь? Вот. Да подожди, это... тут... Нет, объясняю тебе. Я уже все объяснил, блядь. Гашан на опыте вывозит. А нахуй еще одного привели, как так-то? Пидорок это тот, кто нацелит свой этот ракету на твой ангар, вот и все. Так, ракету, трансвестизм, блядь. Общее название ряда ранее считавшихся психологических. Мне нравится угощать на сынку. Признаком которых является надевание или ношение одежды, характерной
в рамках рассматриваемой культуры или традиции для противоположного пола. Я же говорил, это нормальные люди. Следующие разновидности трансвестизма. Фетишистский трансвестизм, трансвестизм двойной роли. Так, это важно. Не понял нихуя. Так, трансвестизм двойной роли. Бывший психиатрический диагноз, описывающий явление, при котором человек в повседневной жизни постоянно носит одежду, которую общественные нормы и условности его окружения предписывают противоположному полу. Короче, в любом случае, это долбоебы, которые переодеваются в баб. Или бабы мужиков, я так понимаю. Ну да, 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 это не важно. Но... Можно просто переодеваться, я... можно там отрастить, ну, что-нибудь. Прикол этого нахуй. Лена Головач? А является... А является... Прикол Таиланда в том, что ты там везде нахуй на улицах, блядь, стоят типа шлюхи. Ага. Но мужики, блядь, переодетые в баб. Ну имя у и них они, типа, еще и шлюхами работают. Ага. Так охуенно же. Имя у них... Двойной ну... кайф, да? И зовут их... Пиздец. И зовут там этот, Карл, хуй блядь, поймешь, блядь, сюрпризом или нет. Там, блядь, прямо видно, лол. А, только не всегда. Не всегда. Я не буду смотреть на бот. Подожди, на ком таком? Там по размеру обуви, блядь, смотрят, нахуй. Если размер большой, то мужик, нахуй. Есть девушка с большим размером обуви. Хокмастер, да, а ты откуда знаешь? Я там, бля, 43-42, нахуй, это пиздец, короче. Есть такие девушки, там голос, там, ну типа серьезно, там 182. Ты готов ошибиться просто? Займал, в Азии нету, нахуй, в России есть, наверное, вот, в Белоруссии, нахуй, вот, нету, нахуй, в Азии, нахуй. Я не могу резнуть, дети, короче, пацаны лежат мертвые. Я, конечно, все понимаю, хуй, когда висит. Это, а что, у нас больше? Я не могу курить, блядь. Я же сказал, блядь, мобы, которые нахуй шли за нами по воде, они нас в бою держат. Вы не захотели? Так, умирать? Что делать теперь? Ну, определенно. Дай лутера, что там выпало? Воронка, что ли? Просто умереть. Блядь, да, хуй делать. Блядь. По, это... Вот Друид Инвалид, Вилания, Шелфир в начале инста. Вот как вы комбат будете скидывать, если мы умрем? С инста просто выйдут и зайдут. Ой, обратно. Блять, они сдохнем, уже... сдохнем типа внизу. Ну, какая уже разница? Мы можем тоже сдохнуть. Пиздец. А можно, ну... Сдохните, короче, там, вон Шалфир, кто там, Друид Инвалид, Авилания, сдохните как-то, я хуй знает. Вы сами-то еще, блять, блять, я случайно с тела встал, Рога, блядь. Не умирай. Тилы моча. Только не заходи. Если у тебя боя нет, не беги. Похуй. Не заходите в ебаный инст, нахуй. Алло, блять. Можно не заходить? Меня, я на ебущем периле лежу, блять. А чё, сэвейдился? Давайте быстрее, нас 10 минут до конца. Ой, блять, там я бой на вас. Блядь. Вы понимаете, что Шалфир, кто там, вас паником называть? Да куда вы ресаете? Там бой на вас. Да нету на мне боя. На мне боя нету, Слава. Поэтому я и могу реснуть. Если бы на мне был комбат, я бы не я, мог реснуть. Я понял, нахуй. Вот сейчас они подойдут, дадут баф, и будет бой. И что ты будешь делать? На ком бой, скажи как мне, на вы ком заебали, бой. Блядь. Слава, на ком бой, скажи мне, на ком? На этом, на Шалфире, на Сердце. Так, Шалфир, Шалфир мертвый, на нем нет боя. На Вилане. А в чем проблема с боем? Мы сейчас просто поедем. На Мордаунте есть бой. А, теперь и на мне есть бой, потому что, блядь, кто-то нахуй нажал. Да, что-то такое произошло, что-то такое, нахуй. Хуёво, когда на тебе бой. А, так босса спулили еще раз. Да? Нахуя? Подожди, уйди, блядь. Как вы заебали, нахуй, я в ахуе, бля. А почему нельзя с инста, ну, сначала дождаться людей, или чтобы они вышли, или чтобы сюда подошли, чтобы сдохнуть всем, нахуй, а не то, что там три додика, блядь, бегут, они не сдохли, нахуй, потом мы сдохли, ресаемся, они подбегают, бафают нас и дают бой, нахуй, можно такое, блядь, прекратить, нахуй? Я не подбегал к вам лично. Вы заебете, блядь. Ну, мы стояли без боя, кто-то подошел, что-то сделал, а, да? Просто спулили. А можно, бой нахуй, еще раз я по-русски скажу, можно, блядь, прийти сюда или съебать, нахуй, отсюда, сдохнуть всем нахуй, и потом уже встать нахуй, и потом уже сумонить без боя, без нормального. Может, Слава, мы просто с боем убьем вас? Нет, дайте Славе СС и все сдохните. Пиздец, блять. Есть у нас тут Критон? Бля, вот эти люди на Джайну хотят. Нахуй. Они на Джайну хотят, я в ахуе. Притон, хуй не понимаешь. Главное, им в DC говоришь, съебите с инста. Вот Заломаныч. А Вилания? Вилания, вот ты мёртвый? Вот моб стоит. А, что за Ломаныч? На мне что, комбат есть или что? Да сдохни, да, на тебе комбат. Да, на тебе комбат. Да, вот на тебе комбат. Где, на где, тебе блядь, комбат? На мне комбат? Сдохни. 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 Умри.
Друид инвалид, выйди с инста. Тупой холст. Сохни. Да вы давно ладно, вообще конченые долбоебы, блядь. Я бы взял нахуй огромный молот и просто уебал по рейду. Пизда, блядь, просто. Он пока нахуй не извинится, я не сдохну, мне похуй. Пиздец, я хуя. Пока сын твари не извинится, нахуй, я не сдохну, мне похуй. Ладно, это самое. Просто кикнут и все, и из рейда, блядь. Ой, господи, почему это так смешно было? Забанили, блядь. Я просто лежу мертвый, нахуй, на всю эту хуйню смотрю, как вы там, блядь, что делаете. Просто и мордаунт. Мордаунт. Что? Сдохни. А, блядь, да я ведь уже тут уже нахуй. Слава, прекращай запись, нахуй, ты призыв к суициду. Я не понимаю, нахуй, почему так, нахуй? Ладно, хватит, короче. Да ну это бред какой-то. Сейчас будете бежать сначала отсюда, нахуй. Так я мертвый лежу, что ты мне... Мне похуй, нахуй. Вы не понимаете элементарных слов. Сказал, сука, либо съебите, либо сдохните, нахуй. Так вы я бегаете. Мертвый лежу. Мне похуй. Ты мертвый лежишь, мордаунт вала и бьет, бегает, нахуй. И остальные там, кто... Сука, на вас бой. Непонятно по-русски, вот, нахуй. Будет пересбор, будете бежать сюда заново, нахуй. И время у вас дохуя, будете сейчас бежать, нахуй. Сначала инста. Никто не рейд не собирает, сейчас я буду сам собирать, нахуй. Сейчас все вылетят, через минуту буду собирать, нахуй. Зачем ты камень кастил? Бля, меня духом в Далоран выкинуло. Не похуй. Нажми вернуться в клан кладбище. Сейчас вернется все. Ну, я нажимаю, захожу и меня выкидывает. Как с инста выйдите? Как с инста выйдите? Как только тела все с инста уйдут, нахуй, так я начну рейд собирать, нахуй. Раз так вы не понимаете, блядь. Кто портанулся? Есть кто в Долоране там, нахуй, или где-нибудь в нормальном месте? Чтобы вы, блядь, вы с ними бой, сука, не забагали. Нету никого. Так а мы не сможем даже зайти реснуться. Мне похуй вообще. Другой раз реснитесь. Я тебе рассказываю. Вообще поебать. Не то, что тебе похуй, я тебе просто говорю. Сдохните там, я хуй знает. Я соберусь тех, кто выйдет с инста сейчас рейд. Так у нас никого в инсте нет. Похую. Костя, ты пойдешь потом? Кто резнулся? Минута прошла, нет. Там нет? Боже, все блин. Вылетели, всех выкинуло из инстанции. Ну, так вы резнулись? Мы не все перед данжом резать. В духах не можем резнуться. Все в духах. Пока. Не резнуться не могут. Чтобы резнуться, надо зайти в рейд, а мы не в рейде, сука. Слава, ГЦ, блядь. Хули ГЦ, блядь. Так, мы либо притон... принимаем сейчас маску на 10 минут, и все слабые бьем гидро. Тихо. Сильного. Так, либо притон. Давай приглашусь. Ну-ка, какой там рейд? Ну-ка, притон, зайди, можешь резнуться? Да никто не может. Сейчас смогу. Возьми в пати просто, блядь. Вот, притон может резнуться. Бой есть там? Так, нет, там надо. Хорошо, бля, ёбаный рот, слава богу, нахуй. Великая победа славяна. Слава славе. Великая победа бичей, блядь, который не может бой скинуть. Вот. Ебать, корона заблестела. Сейчас у тебя, блядь, очко заблестит, а как полевую, блядь. Вон там. Даже успел. Тихо, нахуй. Это, заходите в инст. Дайте пати им там, блядь, вон плюсуют. Да я работаю над этим. Работаем. Мы работаем над этим вопросом. Не могу пригласить члена никакого, нахуй. Плюсуйте все, плюсуйте, блядь. Ты ладно, сможешь. Там на входе надо поставить шкаф. Никуда не бегите, нахуй. Дайте шкаф, изумоньте всех, нахуй. И сейчас будем бежать, блядь. Если какой-то пидор что-то сагрит и по воде пойдет потом. Где Димасик? Вы что, его обидели? Придется, блядь, Димасика, блядь, покарать, нахуй. Нет, это было слишком жестко. А кто сказал это, блядь? Я сказал. А нахуя? Не знаю, смешно было. Мы так раньше шутили, он не триггерился на эту хуйню. Че он сейчас затриггерился, я не знаю. Потому что ну, его давай пиши ему быстро, возвращай его сюда, нахуй. У тебя 30 секунд, нахуй. Ты его где выгнал, он, ты и возвращай. Че ты говоришь? Где он? Отошел или че? Да я ебу, я ему написал. Даньте, блядь, вала, не ебите. Гидрос, ебаный простой босс, блядь. У меня глаза уже слепаются, спать хочу, нахуй.
Где, такое где... ощущение, будто у меня, ну, ни секунд, ни КД, что не быстрее садишься кидаться. А можешь там сумануть меня, я хуй знает, нахуй. Ты сейчас рядом мог стоять с этим, с Рогой. Я стою сейчас. Я не знаю, я ему пишу, он молчит. Я не ебу. Может, отошел. Хуй а вот, там обидели опять. Вайда, ну, обиделись, сука. А почему на тебе комбо-турги? Да потому что я впервые в жизни, блядь, проебал вход в рейд вот на этих мобах. Я понял. Ты впервые в жизни проебал Димона. Реально. А вот прикинь, сейчас он бежал, да, закрыл в туалете и плачет, нахуй. Воронка пустоты. Меня продам, но 23к. Охуеть. Это кого там сумонить надо еще? Лол. Ну я говорю, еще через неделю 10к стоить будут. У нас не хватает двух человек. Нам еще есть рыба. Воронки для продажи фармить, что ли? Никак я не могу понять. Думал, вы надо... Нет, ну, вот просто сам факт того, что типа... Пока они более дорогие, что да. Что их будет уже проще купить, чем их фармить. Ну, это даже 20 кай, это еще дорого для воронки. Типа это будет... еще сменится. Ты сливаешь, потом ты покупаешь. 10-15 само то. Да, пока фармишь их, сливаешь, а через недельку, ну, блин, за 10к покупаешь себе сколько надо, ну, да и вряд ли недельку, там, скорее всего, месяц. Ну, вот если она 10к не. Будет стоить, то что, типа, фармить? Сейчас будут, типа, все бичи фармить. А. И они захотят, чтобы у них купили, и будут цену забивать. Да, да, да. А, нихуя, а я об этом что-то не подумал. А чё вы так бегаете? Это что, инвиз был? А. Ты с патчем? Я просто увидел огонь, я подумал, сейчас пулят мобов, нахуй. Он по целями. Если с патчем, то ты не видишь мой инвиз. Я не знаю, у меня патч старый же какой-то. У меня там лужи видно, у меня там все видно. Ну, у меня тоже лужи видно, надо их срезать. Блять, я что-то... Это... А, нихуя на гидроса тут близко, оказывается. А где лок? Притон, беги к нам. Вот тут гидросику. Ты тут? Не ушел? Вот пойдешь десятку гер. Да бежит он, блядь. Мне завтра на работу, нахуй, я не вывезу такую хуйню. Чак, ну не хуй, естественно. Да не, мне бонись, у меня уже глаза слепаются. Я на работе час поспал. А что пойдет? Никитос, давай его. Сейчас бы на работе дня. Спать. Я хочу ну, спать. У меня вообще-то, у меня положено, блядь. Спать. Ну как раз народу час. Будет нормально. А что, так куда делись люди-то, нахуй? Кто два человека? Просто ты же хотел в недра. Ах, пиздец, дома, мне одному надо Мэтт Дарри Фокса. Добить. Мэтт Фокса нету. Джандис ушел, говорит, все, мне... А как так? Мэтт Фокс там написал всем пока, вроде. После того, как... Да. Слава, Фокса. Давай возьмем, вон, Амидамару, ну, Боди Шреддер. Так давай, в чем проблема, блядь? Я инвайчу. Уже состоит в группе написано, они в какой-то группе гейской состоят. Нет. Гейской. Я вообще-то обоим инвайты кинул, один принял, второй уже в твою гейскую второй группу зашел. Второй тоже принял. А, ну, вот Слова, они ну, в нашей вот группе принял. Состоят. А, хорошо, блин. А ты назвал ее гейской. Понятно. Понял, ах. Мут. Тоже, пожалуйста. Да, в натуре. Так, раскидаем по-пацански, да, пати? Что-то миликов дохуя, дай похуй, да? Дай похуй. Так, ну, дискотека. Короче... Никита, открой календарь на воскресенье. Ёбаный, блядь, рыба забагалась. Целка 10 гер. На 12. Подтверждаю, целка 10 гер. Блин, воскресенье. 12.00, ну я может проснусь. За на фул. Я может проснусь. Подтверждаю. Сука. Спать охота. Сори, блядь. Давай замуть меня, тварь. Блядь. Сука. Боди Шреддер, ты тут, братан? А, вот, присумолился. Босс очень простой, блядь. 4 моба появляются, когда цвет меняется. Мобов не бить, босса не бить. Напуливать босса на кого? На Вилашу. В танках кто? Холидрин Клингрен. И чё ещё? И всё. И Гера сдаётся на... А, Вилания вхапала. Пристабав. Ладно, я хуй... понял, нахуй. Ладно, хуй с ним. Чиль, нахуй. Спасибо. Сейчас я, блядь, спик, да я в ретрике был просто. Ебобаные паладины. А пока жрать буду еще, блядь.
Аску вы можете разбафать? Я не знаю. А я на мобах сами наберете игру? На мобах сами я не наберу, да, конечно. Там, у блядь, меня кулаки стоят. 2-5 и 4-5. Хорошо, Костя, давай стоять. Работай. Я прото разбафал. Скажите, как будете готовы, использовать. Так Леха прото бафает. Вон, а Мидомару каску бафает. Секунд 30 еще нахуй. Я бафаю по полипаверу. Ну, я тоже по полипаверу. Поли. Саппорт кончается. Масло на МП5. А что это за Амидомару? Кто это? Добрый каску подруга. Это новый ретрик. Вместо тебя ты будешь хилом теперь, а мы ему шем будем собирать. Угу. Сейчас, блядь, я пойду чилить нахуй. Увидел розового конкурента. Блядь, что это такое? Мне уши сломались, нахуй. Честно, я бы лучше белого конкурента посмотрел бы своего. Это я твой конкурент, нахуй. Каску. По друидам, каску. Дал, открой глаза. Открой глаза, свет. На мне не висит. Хуёво, когда висит. Нормальный совет, кстати. Да, мне тоже нет. Да вот, да на всех каски есть, алё. Алё, есть каска на тебе? Я по Биг Бразеру смотрю, у всех всё есть. Бразерс, нахуй. Сейчас вы будете Бразерс смотреть, нахуй. Всё, я готов. Всё, я готов. Слышишь, что это? Тихо, а вопрос такой, вы сможете за этот, Айгот, иди с Бодишреддер и Седжу, идите, блядь, Седжу два моба, а остальных мобов, которые перед Седжускими мобами, спулите и Ваниш нажмите, идите с ним нахуй, вот на него метка. А где он ты? Он сейчас научит. Придумал. А где идите, ты? Да они не идите знают. Идите не сюда, а просто расстилайтесь по всей длине и пульте, которые ближе к боссу. Но... А, ты там уже, блядь, идите к двух нему. Двух последних спулю я. Так, по команде, подождите, пока ничего не делаешь. Да не рядом, стойте. Вот один прям с центра пулит. Да, давай. Все, давайте, на счет три будете пулить. Раз, два, три. Все, пульте. И Ваниш по команде. Вот давай, сейчас он тоже спулит. Пулишь, Ваниш. Все, пошли пулять босса. Все, отлично. Давай отчет вот вам. Там сейчас моб, да, правда, блядь. Да, какой еще, да похуй, поебать. Блядь, моб, поебать, ничего страшного, это один моб, нахуй, насрать вообще. Все, блядь. Сейчас ловите. Веду моба заберите. Вместе не стоит. Блять, надо было хп на второго спекать, нахуй, что-то. Этот бидон, а блять, там Заломаныч, а он не хил. Так он 4 хила, это что, не захилите? Ну, типа, я не знаю, нахуй, я если лагану, я хуй знаю, что будет, нахуй. 4 хила, вот. Остальные про... Такому человеку мы волонерчик собрали. Готовьтесь переводить. Юля, переводи. На полу вилю. Ну, вейш. Так, ну давай-ка, три сейнер по войду. Чуть позже, пожалуйста. Давай, секунд через 5 хотя бы. Да ротация сложна, пизда. Ротация, это когда в рот берешь? Именно. Я бы у Щелка Тайнер никогда не просил. Как по-другому становится самым мегаэмоном? Понял. Это наезд в сторону Холидринка? После рейда договоритесь. А, с этим? Не, никогда. Только с красивыми. Юля, переводи. Так, остановили урон. Войд, масс сейв. Друид инвалид по бидону, Иннер. Надо перевести там 100%. Вилашу Бер. Я поднял. Давай, закили, поднимаем. Блять, вы видите наверх, вы чё вы бегаете кругами? Чтобы он цвет сменил, надо его... Агро надо скинуть, блять, с него, а чё вы бегаете? Да они же не знают. Всё, падайте. Бабы нас убили. Этот, надо спекнуть хила, наверное, второго. Чтобы поплотнее хилить по ней. Да там так не хила, 100% она на месте бежала.
Сейчас я посмотрю. Она на месте бежала. Она залагала, скорее всего. Зеленый стак на 100% налетел, надо было раньше переводить. Там, короче, Выхилили это нормально, кстати. Да нормально, там все равно 2,5 секунды было. Частица света. Ну, короче. 16 тысяч хильнул и. И потом и 62 тысячи ебануло. Ну, короче, 49 тысяч снесло нахуй. В истерику не впадайте. Танка БР, ну, вы его переводите, если на переходке упали. Давайте фулбаф, уроги на позицию. И этот самый... Сейчас я быстренько релогнусь, перезагружусь. Блять, а Мэтфокс-то ушел. А кто тут? Блять, не знаю, как будет хэпал. Мы просядем просто сильно. Ладно, давай. Да, раньше просто переводите. Да, в принципе, убили. Ну, он просто стоял долго. Зеленого переводите и все. Не тяните дольше. Чинитесь. Что там в рыбу? Где притон? Притон, не валяйся, блядь. Беги давай. Куда беги? Гоша, чё? Так он под боссом валяется. Ой, пиздец. Гоша, тут... Я релогуюсь, погоди, у меня 4-4 не так, это хуёвое. А, не работает? Ну да, что-то хуйня хоть с ним. Я что-то засек, я примерно столько же выдаю по времени. Фекайся, Ваня, блять, мы упадем так 4 хила. Ебать. Ну, хорошего путешествия, притом. Идите встретите это ДК, дайте ему пыль, это как пол. Лапку бафнуть. Короче, вот если я тебя перехиливаю 200 типа, договорились. Ебать. Давай, если ты меня перехиливаешь. Не, тебе одиночка. Это Бойд угрожает. Сколько вообще всего мобов? 4, да, по-моему? Каких мобов? Ну вот этих зелененьких. А, пазы 4. А, тогда 2 роги будет достаточно. Ты будет аккуратнее отчет давай, потому что типа моб выходит медленно. Слышь, да? Да там по сути как ваниш, нажимайте, можешь сразу давать. Ну да, я скажу тогда. Ну да, мы по два и агрим. Да как бы тут... Можете вдвоем стать по одному с агрой, типа потом, я с агрой двух. Не, тут с запасом просто еще слева одного взять. Что-то притон как-то в обход пошел. Вон к трубе иди. Те же там ханта призвали, чтобы он тебе скорость бега дал. И ханта, и ДК там, и по воде, и быстро. Пачка серьезная, нахуй. ОПГ. Там сопровождение, блядь. ОПГ хан ДК. Так, все. Так, жри. Так, нажимайте, да, и роги пойдут. Это самое. Сейчас, подождите. Смотрю, еще. Он валит, взять похавай. Ну, ждем, когда все будут готовы. Хулидринг только остался. Не готов, Хулидринг. Как дела? Ты готов, нет? Прием. А когда соберете, блядь? Все готовы? Там все готовы, кроме тебя, блин. Я говорю, когда все соберете, блядь, разбафайте, пожрете, блядь. Да следующего моба буду пулить. Все, следующего пульти готовьтесь. Готовьте роги. Все, идите, давай. Пульти. Пульти, идем. Пульти. Пульти, рога, не стой, блядь. Все, ваниш. Все, успеет, нет уйти. Вышел. Успел. И похуй. Mm.
Отклеивайте моба. Пиздец прошибает, ебать. Там щит земли висит, бидон? Пиздец, я в ахуе. Чё так тяжко там? Чего, блядь? Ну ты близко к боссу не стоит, сколько раз говорить нахуй, или это пиздец? Просто перебегал нахуй. Нахуй, вот именно что нахуй, а надо, блядь, подальше от босса метров на 15. Ой, отъебись, меня первый раз убило нахуй. Сука, тварь. За всю эту жизнь. Вот они, лучшие друзья. Нашел до кого-то ебаться. Позор нахуй. Старперно. Давай Вадикон рез этого бича. 3 минуты. Лагает, лагает. Хильте, спамьте кнопки. Пиздец. Всех лагануло сейчас? Бэр только двигнули. Да. Чуть-чуть. Ладно. А мерзок на Тина диспелится или нет? Нет. Нет. Только захиливается. Переводи. Не затягивай. 2 раза ДПС порезало. Прикольно. Да, такая хуйня. Вредная. Вау, массы. Что, будем Катрису диспелить? Ой, это, балить. Диспелить надо там. Да пускай полежит нахуй. Ничего страшного, блядь. И без него убьется. Смотри на ХП босса, блядь. Блять, заморозила в глыбу. Блять, притон! Ай, это не притон, это не притон, это умерла. А ее просто убила. Я вела не убила. А заморозила в лед. Отходите сюда. Всех хилов и заморозила. Че, или упадем давай? А че я пробиваю? Да, отходите. Отходите. Ну меня с друид-инвалидом заморозило. И не знаю, что там с Авиланией было. Ну типа, когда один палка стоит, он проебывается танк. Там 2 тычки 2 секунды падает босс, танк. Вы упадите, потому что... Гера, потому что, чтобы с вас спало, надо упасть. Ладно, похуй, будьте без Геры. Мы же 10 минут не будем ждать. А чё хилы Дренжу не набирают, да? Рисайте. Дренжу рядом стоят. Ну получается так. РДД не должны стоять рядом с хилами, а не наоборот. РДД, ваши стороны, вон, лево, право, нахуй. 30 метров, нахуй. Я покинул РДД, тело. Моча. Я тело покинул. Пиздец. Моча, нахуй. Это из-за того, что говорили они. Это из-за того, что кот моча, нахуй, упал, нахуй. А, блядь, я сапки носу, нахуй. Кто там кашляет, нахуй? Кринж. Брыгался кто-то, походу. Смотри, у меня рыганина полная. Мунтики моча. Я себе, блядь. Мунтики. Мут ему, нахуй. Чё-то абсорб Т5 не помогает, нахуй. Т5 моча. Чё-то реально Т5. Это реально Т5 какая-то моча, блядь, я не могу чё, понять. Чё, дураки, что ли? Миг, ты щит, у вас там крыша поехала, парни? Гланды не ломайте свои. Поэкономьте для девочек. Вы поберегите свой рот. Для каких еще девочек? Для мальчиков, для мальчиков. Ну, для тайских девочек. Для тайских девочек. Для тайского Славкина. Ставь вебру и пойдем уже. А есть сумон? Ну, типа, я бегу, типа, сначала инста. Занимайтесь, да? Нахуя? Занимайтесь. Как расхуднешь. Тварь. Что там закипает уже? Ой, я что-то... Закипает чайник. Славу мут, с пузиком мут. Представил. Не мут, кажется, закипает. Кое у кого, нахуй. Кто же это? У меня, блядь, при росте 180 минимальный вес был 60, нахуй. Ну а какой сейчас у тебя вес при росте? Максимально 120. 80. А сейчас сколько? Сейчас 80. Ну, сколько? 80. Чего? 80 рост и 80 вес. А, так ты еще худенький, ебать. Ну, да, ну как обычный. Тощий. Да как обычный, кто? У меня, блядь, рост 1,79 м, нахуй, я вешу 85. Ну так это тоже нормально, если ты еще мускулистый. Это, мы по массе, блядь, на этот, на квадратный сантиметр толще, блядь. У меня масса прям, это жилистая. Давайте уже закончим этот балаган. Давай.
О, вот там Амидамару нормально, видишь? Блядь, триню зарядить надо, нахуй. Че там, пристабаф, инту. Он стулья, блядь, это вес рост? Разрушает, нахуй. Это просто да. Вес. Это жесткий просто, блядь. Давление, да? Холи дрит. Не, там этот, МВП-хан должен ворваться, там, где у него должны быть две одинаковые цифры, блядь. 188, 188, 188, да? Нажимайте сейчас это, да? Вот, на следующем мобе будете пулить. Так, вот, выходит, три роги, приготовились. Ну, сука, появится. Вот, поехали. Побежали, роги, не стой, центральный. Вот, и Ваниш... Дает. И босса сразу. Да пуляйте сразу. Раньше, пуляй раньше, чтобы он не появился. Это все, моча. Не вышел, отлично. Отлично, блядь, хорошо. Раньше. Слава, хватит повторять за другими. Слава, хватит повторять за другими. Твари. А другие это кто? Тебя ебет? А тебя ебет. Агрессия. Как видно, это тебе не то. Вот, тебе не это. А уже мама, и там и тут. Нихуя ты, блядь. Прекращай. Нормальную тему. Что-то по-серьезному начинать проверять. Может там как-то хилить я хуй знает. Вообще-то там по телевизору ее передают. Мардаун, давай там флешечками, МВшкой, щитом, всей хуйней. Не ссы, все окей. Я так закидываю в вилашу всякую гадость. Гадость не надо, надо... Кидаю гадость. А босс надо убивать. Типа сладкая? Леха мосты. Оглушение. Остановитесь. Остановиста. Там что, Гера что ли прижалась? Не знаю. Да, вроде. Да, на эту фазу обычно Гера дает. Сама прокнула. Инрог бы в лицо получить. Закинули желание. Скверт лицо. Дай-ка тряси, я повойду тогда. Скверт шампанского в лицо. Дрюк инвалид, дай в беду. Пора переводить потихоньку, 50 уже. Переводи, Юль. Не бейте. Сука. Интро круто играет. О, shit, I'm sorry. Sorry for that. Ну чё там? They told us not to be ashamed of our dicks. Ничего, будет, мы на китайском. Бетон, ставь тотем. Это нормально, Руфл. Мы there is no progress with slow process. If I talk about me, I'm a PMP, plus I have got a magic stick. Чё, блядь? Песенку вспомнил, мать. Вот на французском. Трэш больше сыграли, флут убили. Лёха, Войт массей. Не, блядь, не могу нахуй, я кастую. Ну, на следующую же тогда. Я чужой носить не буду. Выебу нахуй. Ты на немецком бы сидел. Здесь по трэшу сильнее играй. Здесь приор всегда трэш. Роги, клювайте. Вы там в 4-4. Mm. 50, готовьтесь потихоньку переводить. Лёха, сейчас дашь массейв. Массейв, Лёха. Не бейте босса. Ну что так. Это, сука? Анлуко. Блять. Ты моча? Да. Опять заморозила, сука, твари. Это нон, блять.
В Вавилонию, Инур, залезь, плиз. Нет, Инур, больше. Как да, дела, еще? Блядь? Трэш больше сыграл. А ты тотем сливал, да, Бидон? Да, уже следил. Ваня, остани просто этот гимн на ману. Надо переводить. Убила просто что-то нахуй. Забери танк. Уводите вниз. Поднял, Авилашу, поднял. Давай. Да, она помогает. Юнаха забирает, дайте ей. Дайте сбавки. Баба, заберите, пожалуйста. По мобам сыграйте, по мобам. Пусть Авилаша набьет агро на босс. Что-то по точечно по моб. Вавилоню Инру. Охуенно будет. Сейчас точно есть. Да, есть. Да, появилась. Спасибо. Че, да, это, добьете трэш, да, переводите до добьете. Трэш перебьем, да, и вот. Друид инвалид, давай вывела нее следующий этот индар. Пиздец, я с бидоном аба забрал. Ёб твою мать, так больно было. Блять. Все, переводи, Вилаша, переводи и добьем. Авилания, must save. Прожимку какую-то. Дайте сейв по Авилаше. Дал, дал. Массейв дал. Нихера там Авилаша. Минус 81. Там раншот был. Блять, ну ёбаный. Заберите, разводите, заберите. Мобов заберите и добивайте. Мобов можно забрать, блять? Их там, бомжи, блядь, сука. Штук, а, я вижу, я видел. Угу. А чё спасибо, её так шотает? Что прожимаемся, добиваем босса. Да, так он, блядь, ничего не шотает. Есть бабл у кого-то, блядь, нажмите бабл за даунтик. Уже нажал, нахуй, бабл. Да там 4 миллиона. Это пиздец какой-то, нахуй. Вы, блядь, не можете... Ты, блядь, ДПС останавливайте, если вы, блядь, ногами двигать не можете. Заебали на кончи, ёбаные. Объясняешь, вот, блядь, я не знаю, ну, типа, вы хотите играть как дауны, типа, 500 тысяч ДПС, а вайп, нахуй, на боссе, блядь, который убивается в 300, блядь. Ну, сказано, оббегайте, блядь, ДПС 400 тысяч на рейде, блядь, оббегите босса за 15 метров, нахуй. Сделайте так, чтобы танк перешел без проблем, подождите 10 секунд, хуй с ним. А, блядь. И убьете босса. Почему вы не хотите с первого трая босса убивать? Типа, я понимаю, смехуёчки вся хуйня, но вот это пиздец залупа, нахуй, полная. Бараны, нахуй, ебучие, блядь. Согласен. Сука, вот все раскладываешь по полочкам, блядь. И почему, блядь? И вроде убивали. Отойдите назад. Замена есть. Какая замена, блядь? Че, все? Продолжим во вторник или че? Че моба спулили, блядь? Убивайте теперь. Тотемы. Уберите тотемы, но... нахуй. А Мидамар надо уходить уже. Если мы справимся 24 человека, типа, если, ну, остальные хотят, дальше проходить. Чё, блядь, трай еще не посидит, что ли? Ну, человеку надо 8 утра, то есть ему осталось примерно... У него полвторого. А, ну тогда ночь. Иди. Где там притон? Опять там, да? В залупе босса, блядь. Где-то слева. Хоть бы тут стоял вот здесь, чтобы... Ну, почему? Ну, я хуй знаю, блядь. Наверное. Притон. Хоть бы стоял тут, чтобы тебя резать и шкаф давать. Это пиздец. О, нормально. Он тарасминог есть. В онлайне. В инвизе сидит. Я не в залупе, я на рейнже, братан. Ни разу не было. Да не, я имею в виду в этой, в подбоссом, типа там резнуть босс с пулицы, блядь. И у нее только хил есть. Да и похуй. Пускай. А Вилания в ДД. Да какой ДД, блядь, ебанись. Не надо в ДД, не надо в ДД, блядь. Ты посмотри, хил какой. Там по танку залетает. Ну я на первом месте по хилу так-то. Ну да, конечно, нахуй. А чё случилось? У нас же раньше не падало никогда Вилаша. Потому что она сейчас в бладе, чтоб вам баф, сука, был. Пусть пекается. Бля, в пизду эти бафы. Типа здесь ДПС вообще нахуй не рулит. И Вилаша, ты как думаешь, ты из-за этого падаешь или в чем-то другом дело? У нее там и деф, и саппорт, блядь. Ну-ка, Ваня, давай, хилы моча. Если этот, если... Ну... Хилы моча. Мы зря время тратим просто. Спекнись в фроста, если тебе в нем комфортнее, ты в нем выживаешь лучше от этой хуйты. Вадикон, ты куда побежал? Тут ДПС не решает, нам ДПС нужен был на карасе. Что ты за хуйню линкуешь там, блядь? А здесь, если тебе,
Если тебе комфортнее во фросте, ебашь фроста. Главное, чтобы ты, блядь, живая была. Остальное... Можно, пожалуйста, волонир моча вот это вот ебануть? А чё ебануть-то? Вот, блядь, тебе моча. Можно каску, можно кулак под руином. Ну, может, потому что я волонир не вижу, кстати, с недавних времен. Ну, у меня нету волонира в рекаунте. Мардаун тебя перехилил, расслабься. Мардаун? Нет. Ну, блядь, 2-5. Да 2-5 какой-то баганый, я не знаю, я даю столько же щитов, сколько быть, и... У тебя забагалось, скорее всего, из-за того, что мы выходили, блядь, из инста, там были челики красные, может. Ничего не могу. Потом починишь персонажа, переоденешь шмотки, норм будет. Я уже 20 тысяч нормально, ты за чистку поставляешь на канал. Типа, он у меня этот самый, как говорится, там. Типа, он у меня стаки-то накапливает просветление. Ну, тебе надо посоветоваться меня... с этим, как его. Транквил надо писать. Кукмастер, да. Да-да-да. С Илюхой. Напиши Насте, пусть заходит, блядь. Ничего не писал, походу. Вышел. Ох, вопрос. Короче, ластрай, поехали. Че, хукмастер, все что ли? Чуть не вкуриво. Походу. Вон сову берите вы. Пиздец. 256-ю. Какая разница? Просто объясните ему, как бегать. Да лучше уже не брать тогда, чем так брать. Так он, целка... А, это Пресинхана? Да. Ну, блядь, какой-то пати. Я заебался. Согласен полностью. Не знаю, мы можем без двух людей убить. Отпустите меня, пожалуйста. Хилы, главное, есть, танки есть. А тут бей не хочу, блядь, типа 10 минут до персы. Ну да. Ну, два раза убить. Если, блядь, кому-то впадло останавливать ДПС, то, блядь, меняйте позицию на 50%. Да, базара нет. Ну, некоторые времени на один пол. Если... Где будешь, Реддер? А, вы там стоите. Дайте каску, пристабав, я пойду пулить мобов. Да. Каску не вижу, киску. И ни на ком нет касок. Вообще ни на ком. Ну, сейчас 4 паладина в рейде. Наверное, ой, каска это шестой баф какой-то. Розовая моча. Моча. Ну, шут. Розовая моча, такое я еще не пил. Вой, ты чё бафаешь? Мочу не надо бить. Там уже Лингрен ставит каски, всё, забить. Лёха, забей, я там. Такое не надо пить. Да, паладина каски надо. Нормально. Просто некоторые люди не хотят нахуй полипайвер ставить. Вообще в теории можно и перед забрать. Хорошо, когда стоит. Ну это да, это на туре, блин. Сейчас Синхан залетит, забафайте его фастом. Ну быстрее, где он? Только объясните ему, как бегать и стопать ДПС. Надо было назвать персонажа Джинхан. Синхан, ты в Дискорде? Когда тебе скажут, ты стопаешь ДПС по боссу и по трэшу и перебегаешь со всеми на другую сторону платформы. Ты знаешь тактику на этом боссе или нет? Нет, откуда он тебе будет минус знать? Хорошо, тут надо будет вперед-назад бегать. Бля, где метки, сука? Когда его так переводят, просто не бей босса и все. Не еби мозг. Да, не бей босса, все. Не рассказывай. Ну, про тебя звучит. Еще такой нюанс. На первой фазе, когда он стоит там вот, где сейчас стоит босс, стоишь на рендже 10 метров от всех. Вырубаешь нахуй весь свой ДПС. Когда тебе скажут заранее, стоишь и ждешь. Все. Давайте быстрее. Давай на следующем мобе. Уже времени нихуя нету. На следующем мобе. Готовимся. Давай. Я лавпрай. Давайте, Роги. Есть моб, давайте пулять. Ну, Роги. Все, ваниш. Пуляй сразу по готовности, без отчета. Ребята, ренжу возьмите, блядь, Войд. Да, все, съебитесь все там, блин.
Синхан, стоп ДПС. Переводят. Никто не бьет. Никто не бьет. Лёха, маска. Святос вылетел. Все, теперь бей. Теперь бей. По трэшу активнее играем. Трэш играем. Роги клеваем. Бывает, расслабься. К сожалению, так не сработает, как бы ты этого не хотел. Это не сунд. Колечко я, если что, за ГП забираю, так что расслабься. Трэш доигр. Готовьтесь переводить. Веди, наверное. Стоп по боссу. Все стоп по боссу. Никто не бьет. Все перебежали. РДД от хилов отошли, чтоб на них стан не прилетел. Отлагнуло. Больше в трэш. Вадикон, дай ПВО иду. Ты знаешь, как в Теслу садишься, там тоже ассистент по вождению. Вавилонию, Индра. Трэш, дай. Никто не бьет босса, никто босса не бьет. Потрися Вавилонию, да, Индр? Рано переведи. Или в трэш не играли. Синхан, Индр в бидона. Перевела, значит, надо было. Все, играйте все в трэш. В трэш играем. Все в трэш. Фулл АОЕ. При 50 трэш не добит. Больше в трэш. Переводи. Стоп по боссу. Стоп по боссу. Трэш. Мардаун. Трэш на ком. Все, по-моему. А ё-моё. По трэшу играем. По трэшу херово, то что тут станы, блядь, эти летят, ебобаные. Быстренько, трэш, трэш, он ли трэш. Переводят. Стоп по боссу. По боссу стоп. В трэш играйте. Точечно добить. Войт, как дела? Он жив. К сожалению. Дальше по трэшу. Блять, нам метка ебаная. Пятьдесят. Переводи. Слава, массив. Стоп, 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 не бьем босса. Синхан, поднимай урки. Вставай, давай. Дроид инвалида, поднимись. Бидон Вадиком. Инер закинул. Вадиком, поднимай бэ, это друида. Авелани инер дайте, плюс. Вань, дай просто гибных на ману.
По трэшу. Больше по трэшу, да. Нормально, нормально, он сейчас умрет. Постарайтесь ребафнуть варов, пожалуйста. И Патрисия, Инна увела нее. Мне каску только дайте, если можно. На, себе кулак дал. А. И ствах все тоже дал. Бить хватит. Спасибо. У кого есть БР? У Вадикона есть БР? Нет, я отдал. Друзья, инвалид БР Рогу. По трэшу. Завис. Завис. Вавилонию Иннер. Я сухой. Катрисия Иннер в Вавилоне. Стой, стой, Айк, вставай. Давай, Айк, вставай. По трэшу точечно играть. Энхан, Иннер, дай, блядь, Вавилоне. Сенхан, Иннер, Вавилонию. Переводить надо. Переводите, 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 Вилаша. Стоп по боссу, босса не бьем. Кринж. Ты про станы? Да, там стан. Ну, стан кринж, пиздец. Блять, что-то есть инра какие-то. Нету, нету, нету. 29 секунд до друга инвалида. Лингрен по Войду возложение рук. Хулидринг по Вилане возложение рук. А Вилане по Бидону, если успеешь. Банки на ману пить. Живы прям. По трэшу сыграли. По Бидону дал руки. Что-то оно как-то не помогло. Трэш не переводи. Бить. Не бить босса, босса не бить, стоп. Отводите трэш, отводите трэш отсюда. Отводите трэш, заливаем босса. Соглы. Оглы. Соглы, оглы, реально. Костя далеко очень, а вот. А все. Че, как дела там, нахуй? Че, Волонир рулит, нахуй? Ну, если по моей детле, то не рулит. Святос, расслабься, кольцо не выпало. Хуета там тут детла. Вот у меня от Хилинова 261 тысяча, а у тебя 254 тысячи. Так что, блядь, чилим, нахуй. Мардаун тебя все равно перехилил. Расслабься. Да не перехилил я его. Я все на 3 месте. В смысле? Вот так, третье место. Лечение и поглощение, вот ебать, нахуй. Все. У меня эффективное исцеление, я смотрю, я-то это не смотрю, вот у меня смотрю. Ты да. Вот, видишь же Костя линканул, сколько у тебя, кстати, в секунду обновлялось, ты понимаешь? Вот, ты же Костя типа линканул, я на первом месте. Не похуй, я на первом месте, смотри, блядь. У меня на видосе, я на первом месте. У Кости правильно, у Кости правильно. У Кости правильно. Хуйня, это все неправильно, вот у меня правильно. На 40 минут задержали, ёпта РТ. Пиздец. Могли бы за это время, ну, дай, сколько 10 дай сессий. Дай доп ГП просто, то что люди подсидели дольше. Доп ГП, нормально. Доп ГП, каждому по соточке. Доп ЕП, ну сотку хотя бы. Не выебывались. Да, просто, ну, тем, кто досидел. Вот именно. Это вот это на хапало пойдет хуйня? Нет. Хуета полная, выйдет еще. Выключай синдром друида, блядь. Ну я бы именно досидел, кидай. На туре. Так, что вот это кому-то надо вообще? Крит мастерство, это что, на Энх, да? Энх, Энх. Что, Бидон? Да, кроме Трини, по-моему, нету шмоток, которые кому-то нужны. Там кольцо, блядь, падает, ебаное. Ну, в данный момент оно не упало. А, ну, из-за того, что упало, там пиздец мусор ебаный. И башка на трансмод. И теперь сними Синхану за дополнительные приколы. Просто сотку снять, что ли? Ну да, он на одном трае был. Так, ну-ка, ребята, далеко не разбегайтесь, мне надо кое-что потестить. За то, что убил, ну, сотка есть. Посмотрел хотя босс. Ебай, я был за курю, нахуй.